Как вы знаете, у артиста всегда приятно получать аплодисменты зрительного зала. Спасибо большое. Это тоже новая традиция. Раньше мы в фестивале про это не говорили. Ну, возможно, это будет новой традицией на фестивале. И еще спешу пригласить на эту сцену директора конкурса «Мы вместе» Наталью Шайдерову и директора заочного конкурса «Мы вместе» Александра Долгова. Под аплодисменты, конечно, зрительного зала. Дорогой Александр, от всего оргкомитета, я думаю, от всего фестиваля мы поздравляем тебя с замечательным днем, днем рождения. Желаем тебе, конечно же, творческих успехов, желаем тебе много друзей по жизни, верных и настоящих. Ну а самое главное, чтобы ты радовал нас своими песнями, потому что мы все их очень любим, правда? Будь, конечно же, счастлив. Держи. Ну и как настоящему творческому человеку творческий подарок для вас поет Наталья Шайдерова, музыка Александра Ермолова, слова Ирины Гуляевой «Ангел». Thank you.
Я думаю, что на протяжении всего конкурса вы подружитесь, познакомитесь, будете поддерживать друг друга, болеть друг за друга, радовать своих преподавателей, радовать своих родителей. Ну а мы, в свою очередь, постараемся сделать все возможное, чтобы вам было тепло, вкусно и комфортно. С праздником! Наталья Шайрова! Друзья, по нашему бурному...